Hi folks, interesting news story from Russia about Leonard Elenin and the comet. If anyone can speak Russian, please post as many comments as you can. I would try and translate it, but it would be pretty rough. So enjoy the video and thanks. Как узнать космическую гостью? Об этом Яна Подзюбан. Вот эта точка среди черточек в середине экрана и есть научное открытие. Невероятное, потому что после 20-летней тишины в небе это уже вторая новая комета за полгода. И потому что открыл эту вторую комету тот же ученый, что и первую. На снимках открытия она выглядела, в принципе, как очень тусклый астероид. Сразу было понятно, что орбита какая-то необычная. То есть не круглая, а больше похожа на эллипс. Это хорошо видно на графическом рисунке. Орбиты кометы желтого цвета. Красный круг – путь Земли. Небесное тело из числа неопасных, но периодически сближающихся с Землей. Как в такой момент яркую гостью пропустили все телескопы мира, непонятно. Но почти на излете российские исследователи поймали ее за хвост. Это большая удача. А если человек открыл много комет, престижно в том смысле, что это научный работник, который этим занимается, если достиг некоторого искусства и навыка. Ученые рассматривают достижения своих коллег в интернете. Открытие похоже на фейерверк, как и сама жизнь Еленина. Трудно представить, но еще 2 года назад он работал агентом недвижимости. О кометах с детства грезил и даже без астрономического образования. Теперь хобби стало делом жизни и новой страницей в российской науке. Полгода назад Леонид Еленин нашел свою первую комету. Последний раз до него кометы находили, да и вообще искали еще в Советском Союзе, с распадом которого оказалось, все обсерватории разбросаны по странам. Системы сбора информации больше нет. Вдобавок, именно в этот момент техника разом устарела. В космос ворвались цифровые камеры. В этот момент распада произошел переход во всем мире от фотопластинок на ПЗС-камеры. И вот у нас в стране, где сотни телескопов, было всего 2 или 3 ПЗС-камеры. Представляете? То есть у нас оптическая астрономия неожиданно умерла в одночасье. Основная работа ученых — на звезды не заглядываться, а более приземленная — наблюдать за космическим мусором и спутниками. Но сотрудники решили, ресурсов и времени хватит и на науку. Когда мы наблюдаем космический мусор, все, что не относится к космическому мусору, просто выбрасывается. Вот чтобы это не происходило, мы сейчас вот делаем здесь в ВПМ большую базу данных. Тысячи снимков в виртуальной обсерватории. Такая картотека позволит вглядываться в ночное небо внимательно и без спешки. Хотя, конечно, куда интереснее наблюдать за своим открытием невооруженным глазом. Через 2 месяца комету Еленина можно будет увидеть даже без бинокля. Так близко к Земле она подлетит. Не пропустите, в следующий раз она вернется только через...